Hello, Neighbor, Handelshit. Проходим третий акт. Называется «Фиг его знает». Ну, короче, пожар, короче. Давайте его назовем «Теплый город». Вот. Мы проходим теплый город. Блин, где ж родители? Ёпарасы ты. Давай пиццу закажем, пожрать хочется. Чё там? Да ничего, трубку не берут. Ну ладно. О, да-да-да. Блин, где они уже? О! Ой, или что ты пугаешь? Страшилище. Ух ты, давай сыграем пожарных. Так, братец. Ты мне второй раз сотку не возвращаешь? Уже какой раз? Ты меня уже заколебал. Ой, видите, комната. А если мы ее просто выйдем, то... Ой. Ой, я забыл. Перчаточка же нужна. Кстати, братец, держи, ты тут просто накакал. Держи тебе. Я пошел пока. Пошла пока. Ну да, потрепало этот город. Кстати, давайте возьмем вентиль. Вентиль, он самое главное. Так, первое нам нужно залезть сюда. Ёпарасоте! Я упал. Блин, вообще не долетел. Я ненавижу эти стулья. Я на них вообще плохо залезаю. Да ёпарасоте, это что это за хрень? Сейчас я уже сколько мучаюсь. Гребаные вы стулья. Где-то рядом, что ли? Да ёж мать, я не долетаю. Да как там? Там же невозможно долететь вроде. Или что-то не... Или я все правильно делаю, или я ничего неправильно делаю. Я ненавижу эти стулья. Они... Я до них-то не запрыгиваю даже. Даже запрыгнуть-то еле-еле. Что это такое-то? Все, я запрыгнул, ура. Смотрите. А с ними что делать-то? Их спасать надо или что с ними? Ладно, пусть пока там сидят. Посидят. Где ты меня видишь, дебил? Чуть не упала. Куда я побежал-то вообще? Мне вон туда надо, вот за вот этой крышечкой. Спасибо. Тут заберу крышечку одну. Я нафиг в город бегу.
что-то. Какой большой ты тут. Да стой! Куда? Опять воду наливать. Падла. Во. Все, залил. Блин, он вообще большой, я ничего из-за него не вижу. Можно я пока винтик в руки возьму? Вот перчаточку лучше возьму, она самая... Да твою ж мать! Да что это? Ну почему перелеты-то? То недолеты, то перелеты, то говнолеты, то все, вся жопа уже взорвана. Суперядерный понос. Подожди свой мозг. Суперядерный понос. Подожди свой мозг. Не понос, и верни весь нос. Ядерный понос, подожди. Мой мозг. Ядерный понос, подожди, мой мозг. Хоть бы не до перелета бы не было. Здравствуйте. Я вас заберу. Так, выкинем пока перчаточку. Но это уже не нужно. Здравствуйте, я вас заберу. Куда же вас кидать? Ну, туда? Где корзинка? А, вон она корзинка. Пошлите на корзинки. Где-то здесь она падла. Ну, пока его здесь нету, мы можем закинуть игрушки. Твою ж мать. Чё ржёшь? Ой. Где ж выход-то? Хрен найдешь этот выход. Что за дым? Я лучше уйду отсюда, хорошо? Хорошо, спасибо. А надо туда куда-то бежать. По часам ориентируюсь. А был. Сейчас нужно взять матрасики. Ой, все капком идет. Все, все, все прям через жопу. Всегда. Не через некоторые места, а через жопу именно. Не через что там другое, именно через жопу. Понятно, понятно, понятно! Я все понимаю. Всем пока, с вами был Кирилл. Грёбаный ты стул!
Теперь из-за стула я продолжаю видео. Скажите ему спасибо. Ой-ой. Может, тут что-нибудь? Стучок вообще нужен? Ой. Штабрыв. Тут труба, которая не работает. Мне нужны матрасы. Огонь мне ничего не делает. Он просто бесполезный пока что. Нам нужно идти к тучке. К тучке. Где тучка? Ой. Ядерный бомб. Спай. Ой, мой. Где ты там меня видишь? Еще одна. Я вас очень хорошо понимаю, мистер Стул. И что это? Что это? А. А где тучка-то? Вон она, тучка. Колгей Тотал. Не сорваться еще так легко. Ты мне дом потушила? Пока тут оставим. Хотя он мне уже вроде больше не нужен. Где там корзинка? Там браться еще не будет. А где? А. Сколько-то у нас всего лишь-то? Что так много-то? А где еще их мне не взять? А! Вспомнил. Мне тучка нужна. Вроде там. Бля, я не помню. Мне сейчас нужны матрасы, чтоб я этих маленьких дебилов с этого... Ой, сейчас надо еще думать, где в этот... Давайте попробуем сходить в это. Вон туда. Может, там мне включили. Вот. Куда мне идти-то? Куда там? Да, туда бежать. Как я помню. Давайте сюда, может. Пока тучку позовем, мало что пригодится. Сами пока пойдем это одно местечко. Эти инсе. Не слышу. Ну что там ходит, обосраться.
Бляха-муха. Где эта дорога, господи? Прожду по этому поселку под именем Жополинск. Что я сейчас сказал? Ой, микрофон мой упал. Так, смотрите, его надо туда бежать. Там братец. Ну и пусть там ходит. Лох. Извини, Леня, ты не лох, извини. Но обманул пацана, обманул дурачка на 4 кулачка. Сейчас сам упаду отсюда, да? Спасибо хоть, что я не упал. Ой-ой-ой, спасибо, что я тут-то не упал. Там же внизу этот брат. Я думаю, они мне включили этот. Твою мать! Твою мать! Где тучка была? Вот здесь тучка была. Начнем бежать туда. Нет, ну нет, ну только не это, ну не. Еще где-то меня заметил. Сейчас еще проиграть-то вообще не хотелось. Пошел в задницу. Я не хочу от тебя убегать. Время на тебя тратить. Зря я выкинул-то ее. Так, мне водичка еще. Все, водичка кончилась. Твою мать. Кажется, дорога поменялась. Фу, я обкакался. Каннибал. Туда лететь? А, можно здесь полететь. Так, ты мне еще пригодилась. Извини, мой ведяной пистолетик любимый. Я ошибался, чтобы ты мне был больше. Не был бы нужен. Я очень сильно ошибался. Ты очень мне пригодился. Что это такое-то? Как будто издеваются эти стулья надо мной. Они издеваются. А, нет. Спасибо. Я еще здесь упаду. О, сейчас. Не, ну, спасибо большое. Спасибо большое вам, стулья. Это вы все делаете, да? Это вы все делаете. Это вы все делаете. Знаете, это вы, лохи, стулья. Стулья, вы такие лохи. Просто лошары. Кто не поставит лох, тот лоша. Ой, ладно. Тот, кто поставит лайк, тот будет крутой. Ставь лайк, если хочешь под подушкой найти завтра iPhone. Это я так говорю детям, ну, которым 5 лет. Может, они на меня подпишутся. Подпишите, чтобы хотите найти завтра игрушку под подушкой. Подпишите, нажмите на кнопку подписаться. Все, больше ты мне не нужен. Все, воздух пошел.
Воздух пошел. Ага. Офигел, что ли? О, спасибо большое. Так. Что-то мне надо. Здесь уже ничего. Тут. Ага, заработал. Что это такое там? Так, мне нужно сейчас взять матрасик. Ну, 2-3 на всякий случай возьму. Мне просто интересно, что это такое там? Сейчас перелет будет. А, нет. А, я же могу отсюда туда долететь. Опа. Оттуда сюда. Оттуда отсюда. Магнит, а нахер он мне нужен? Нахер он мне нужен? Поставим здесь, пригодится. Ой, там братец. Что ж ты, падла, там делаешь? Как будто специально там стоит, чтоб меня поджидает, да? А я через угол пошел. Так, сейчас будет шоу. Телевидение шоу. Кто же? Так, тебе, короче, 0, тебе 0, а ему 20 тысяч миллиардов кислионов. Так, идите сюда, мои хорошенькие. Все, я пошел. О, знаете вот это? А мне же надо прям сразу к часам бежать. Мне же по пути как раз к ним. Сколько там до них? Еще много, целых несколько штук надо выпить. А мы, наверное, прошли. Тут немножко-то осталось, а у нас всего лишь-то 3. Еее! О, я тебя поймаю! Нет, поймаю! Дети, плохая новость. Что? Мать умерла. Как, блядь. Ну, сосед, ну ты чего? Будешь ложку? Нет. Блядь. Капец. Папка, чё ты там делаешь? Чё ты так? Нам всем тут плохо, а ты тут один только страдаешь. Ой, что там происходит? Опять у братана моего психическая болезнь заработала. Нам всем плохо здесь. Давай, пошли, пошли, пошли. А то я тебя сожру сейчас. О, стой, у меня есть идея. Не знаю, что нам это дает успокойствие. Давай сыграем. Иди прячься. Окей. Да. Тут, конечно. Восклицательный знак. 13. Ну, короче, все как обычно. Короче, всем... У, какие у меня тапочки. Короче, с вами был я, Кирилл. Всем спасибо, всем пока.